Привет, дорогой зритель, я продолжаю играть в Некропарабл 1. Я не знаю, финальная этой серии или нет, но, наверное, надеюсь, все-таки, потому что я уже устал, если честно, читать, и мне хочется чуть-чуть до конца уже, ну, как бы пройти. В предыдущей серии мы переспали с двумя накокошками. Отлично. А теперь тут у нас Сигура спрашивает, заболеть из-за течки? Я не думаю, что это возможно. Сигура, наша первая утренняя гостья за чашкой чая, произнесла эти слова с таким лицом, будто это самая очевидная вещь на свете. Но это частое заблуждение. Дома кошечки проходят через это без проблем. Мы выполняем некоторые упражнения, чтобы ослабить побочные эффекты течки. Стоп, ну и как это будет? Мы выполняем некоторые упражнения, чтобы ослабить побочные эффекты течки. Ну как это понять? Ну, в принципе, он же сейчас только что сказал, что они заболеть из-за этого уже не могут, в принципе. Мы выполняем некоторые упражнения, чтобы освоить побочные эффекты течки. Кажется, я припоминаю что-то подобное. Каких-либо пошлостей они точно не вытворяли. Но нет, Сигура девушка, и она никак не смогла заниматься с ними этим. Но Ванила говорила, что им может здорово поплохить из-за течки. Да, Ванила? Сигура сказала, чтобы я объяснил это хозяину примерно так. Взевает. Ах, если подумать, Чукула помнит, что ей говорили, что типа этого делает. Так вот, кто сказала. Есть дело поважнее, братик. Например, подарить своей вашей сестричке сегодняшнюю порцию нежности на ушко. Ты не можешь просто так уходить, это ты, это бестолковая сестренка. А, вот это обидно, братик, хотя от грубости на ушко я тоже не откажись. Блядь, что-то она пошлая сестренка какая-то, уж прям. Он мне кажется, вот сейчас скриншот еще раз, вот. Мне кажется, что она немножко какая-то пошленькая и миленькая, то есть все пошлые и милые на самом деле. Ах, вот это обидно, братик, хотя от грубости на ушко я тоже не откажусь. Похоже, она ни о чем не жалеет. Но в конце концов, я не чем-то сильно зол на нее. Кажется, для Сигуры я как открытая книга. Она видит мой стыд, застенчивость и обиду в частности. Иногда братик слишком грубо выражает свою любовь. Ладненько, давайте устроим жаркие семейные целовашки. А вот не глупи. Стоило Сигуре потянуться к моим губам, как я отвесил ей леща по лбу. Чё за херня? Я очень надеюсь, что к этому кнуту прилагается пряничек. Как тебе удается отказывать мне от встречи в таком соблазнительном предложении? Тебе не кажется, что ты стал вести себя холоднее с тех пор, как сблизился с Чуковой и Ванилой? Не говори это так, будто мы с тобой уже целовались. Сигура встала. Сигура встала, руки в боки. Выставила руки по бокам и надулась. Ну, наверное, так это лучше описывает. Ну ладно. Выставила руки по бокам и надулась. Ее шуточек порой не понять. Иногда мне, как ее старшему брату, даже было любопытно и безопасно для отпускать ее куда-либо без присмотра. Тем более, что она такая милашка. Да причем еще маленькая, я рада, что Чуковая Ванила теперь счастлива. Они смогли получить свои колокольчики только рядом с братиком. Кстати, похоже, они чуть набрались опыта в любви, не так ли? Тебе рано это знать, блять, еще.
Кошечки, еще не до конца проснувшись, расчесывали друг другу волосы. Псигура посмотрела на них так, словно они были ее собственными любимыми детьми. Совсем недавно они еще не уделяли так много внимания своей внешности. Братик, тебе не кажется, что некоторые вещи изменились в лучшую сторону? Ну, в каком-то плане. Ой, я чувствую финал на самом деле. Ну, в каком-то плане. О, да ты просто лукавишь. Она хихикнула, будто видела мои чувства насквозь. Я был немного горделив, потому что был старше нее. Если бы Чоко и Ванила не приняли себя, то это сделала бы я. Пусть я твоя сестра, но прежде всего, я женщина. Было бы не просто тоже чувство на второй план. Да ладно, я бы не смог сделать такое с своей младшей сестрой. Вечно какие-то глупости придумываешь, блядь, странно реально звучало. Эй, прекрати, вечно обращаешься со мной, как с ребенком. Я запустил пальцы в волосы Сигуры, взлохматив их. Она взглянула на меня, состроив хмурую физиономию. Я вообще-то на полном серьезе говорю, я сделаю все для своего братика. Да, да, я понял, спасибо, а теперь получай. Да блин, братик, хватит тарашмать мои волосы. Она поправила прическу. Да, старая добрая сестренка, милашка. Но кажется, братик, ты стал немного добрее. Наверное, уход из дома пошел тебе на пользу. Хотя теперь мне немножко одиноко. Она произнесла это чуть тише, чем обычно. С грустной, немного тревожной улыбкой на губах. Да, теперь, блядь, будет инцест, да, что ли? Из-за меня у тебя возникло немало проблем. Ты не мог найти общий язык с отцом. Когда практиковал свои пекарские умения в тайне, когда я молча покинул дом, даже сознавая все, она не подавала виду. Она даже тайно отправила ко мне Чукову и Ванилу. Сложно представить такую умницу, как Сигура, моей сестренкой. Можешь не переживать насчет Чукова и Ванилы, я позабочусь о них как следует. Приходи в любое время. Я погладил Сигуру по щеке. Да это, наверное, наконец похоже, да. Я погладил Сикару по щеке, стараясь выразить всю палитру своих чувств и благодарности. Ладно, огромное спасибо тебе, братик. Сигура ответила мне с легкой ухмылкой. Сигура ответила мне с легкой ухмылкой, прижимая щекой к моей ладони. Я почувствовал нежность и привязанность, которая прошла сквозь ладони теплой волной. Наверное, все. Хозяин, все приготовления к работе окончены. Ух ты как! Подготовка к бою прошла успешно, без эксцессов. Подготовка к бою прошла успешно, без эксцессов. Вас понял. Прости, Сигуры, мне нужно еще кое-что приготовить к открытию. Нет-нет-нет, это я загрузила тебя с самого утра. Сегодня новый день. Пожалуй, постарайся на славу, братик. Да, не переживай ни о чем. Чукова тоже идет. Увидимся, Сигуратян. Мне тоже пора за работу. До встречи, Сигуры. Хорошо, удачного рабочего дня. И как теперь с ними быть, блять? Когда всех переебал. Хорошо, удачного рабочего дня. О. Ну, пожалуй... Многое разрешилось. Лишь убедившись в том, что все отправились в пекарню на работу, Сигуру уселась в кресло в гостиной и забормотала под нос. Это от третьего лица, наверное? Мне по-прежнему сложно поверить, что Чукова Ванила теперь настолько близки с братиком. Это ведь почти все равно, что чужая девчонка увела бы у меня возлюбленного. Нека. Которые когда-то были всего лишь маленькими детьми, теперь уже, зная, что она сделала это ради себя, Сигура не сдержалась, иронически усмехнулась. Возможно, стоило бы отказаться от мечты, которой не суждено сбыться. Возможно, пришло время отпустить братика, будто бы прося сердце невозможного.
будто бы призналась в любви кому-то, кто находился совсем рядом. Она снова тихо прошептала. По крайней мере, пусть это не буду не я, но лучше я доверю чувствам этим Нека, нежели девчонке, которую знать не знаю. Это она типа говорит? Чувства этим Нека, нежели девчонке, которую знать не знаю. Я переживу, если навсегда останусь рядом с ним в роли младшей сестренки. Глубоко дыша, стараясь не шевелить осколками разбитого сердца, она закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Ладно, теперь, думаю, стоит привести в порядок грязную одежду братика. Она встала с кресла и, быстро похлопав себя по щекам, посмотрела в окно. Это что, конец, что ли, выходит? Предпочтения братика в выборе нижнего белья ничуть не изменились. Да и ладно, еще не все. Мяу, так высоко, мы так высоко, хозяин, мяу. Хозяин, смотри, все такие маленькие, прямо как муравьи. Да, точно. В чем дело? Ты побледнел. Весь побледнел, прямо как призрак какой-то. Правда, наверное. Обычно ты отвечаешь, что-то вроде призраков не существует. Хозяин все настроение испортил, слишком холоден. Нет, это не значит, что я морожусь. Ясно? Мы уже почти достигли вершины синего водопада. Трона Тарусона, Парка Морской Рай. Хьякин Зимы, блять, нахуя это вообще написали? И как будто я запомнил, ну ладно. Мы уже почти достигли вершины синего водопада. Трона Тарусона, Парка Морской Рай. Хьякин Зимы. Вокруг нас было лишь бескрайнее небо. Безопасное. Родная земля оказалась далеко-далеко. Испытайте самый высокий в стране аттракцион. 107 метров, да уж, это не шутки. 107 метров, вы чё, издеваетесь? Я все-таки решил прокатиться, поддавшись на их уговоры. И теперь мне предстояло расплатиться за это жизнью. И как вы остаетесь такими спокойными, а? Почему тебе так тяжело находиться на высоте? Это же так здорово! Нек очень любит забраться повыше. Да вам пофиг, у вас 9 жизней, вы можете упасть вниз, вам пофиг будет. Это я как бы знаю, это я видел еще на котах своих. Нек очень любит забраться повыше. Наш уровень счастья сейчас находится на отметке 107 метров над уровнем океана. Конечно, вам же нравятся высоты. Я даже не мог сказать, он зато любит только дураки. По мере того, как мы поднимались все выше, страх сковывал меня сильнее и сильнее. Я кончил, блядь, на высоте 100 метров, да? Внезапно я кончил. Беспощадный шум мотора, исходивший, казалось бы, из ниоткуда, заглох. Кто там звонит? 3, 2, 1. Поехали! Ах, сейчас будет, да? Непереводимо восторженные крики. Наконец, все-таки, да. Ух, нихера себе. А, вот так, как он выглядит. Кстати, на меня чем-то похож. Мяу, посмотрите на хозяина. Хозяин так кричит, аж до слез. И все счастливы. Такой конец, да, я так понимаю. Просто блестяще, блестяще и весело, не? Да, ну не так уж и весело, на самом деле. Я могу и подсесть на такие... Могу и подсесть на такие-то, как целое, да? В чем дело, хозяин? Боишься скорости? Нет, просто не мог, как-то... Я же взрослый, и такое... Блять, во что я играю, вопрос? А, хозяин? Задуши Чукова, Чукова, блять, Чукова! Успокойся, ты все лишь аттракцион, от них не умирают. Если кошка перепугается, она перестает двигаться. А еще она может потерять гораздо больше, чем кошачья гордость. Держитесь, там есть экстренный выход. Дотерпи до него. Скажи Сигуру, что я умерла, как истинная Нека. А что это за оборотень сейчас было? А ну, не сдавайся. Эй, Ванила. Блядь, что...
Ну это, наверное, все, да, я так понял. О. Мяу, мяу, хозяин, вот там, давай прокатимся на той карусели. Блять, это еще не конец, да мне кажется, конец уже. Давай прокатимся на той карусели. Мяу, мяу, с меня хватит быстро к таксону, пойдем на другой. Стойте, дайте перевести дух, серьезно. С легким головокружением присел на скамейку. И подумать не мог, что пакеты рациона могут так вымотать. Мы наконец-то выбрались на свидание, а ты, хозяин, будто и не рад вовсе. Вот именно, вот именно. Это после того, как мы закрыли магазин ради развлечений. Понял, понял, просто дайте мне передохнуть секундочку. Да, что ж ты поделаешь, мяу. Чукова тебя понимает и прощает. Я бы не против пойти с одной Чуковой, но лучше подожду тебя, хозяин. Ванила, ты явно что-то не договариваешь. Даже после того, как утром мы вместе вовсю прихорашивались, тыкает пальцем. Неправда, мне было трудновато, потому что эти новые вещи совсем не разношены. Мне явно не по вкусу, когда трогают ее щечки. По крайней мере, так она сама говорила. Хотя дома ее хвостик всегда стоял торчком. Судя по словам Чукову, сегодня ей лучше воздержаться от задирания хвоста. Иначе юбочка задерется вслед за ним. Нам, людям, не приходится об этом заморачиваться, но это да. Кстати, если так подумать, это правда. Вы так мило выглядите в этих платьях. Ух ты, пора выбора, а? Сигура подарила их нам, когда мы сказали, что собираемся с хозяином парк. Мне тоже очень нравится это платье, так приятно слышать похвалу. Она покружилась, дабы разглядеть платье получше. Его белоснежная ткань переливалась на солнце. Новые наряды на моих и без того милых Нека сделали день еще более чудесным. Конечно, сама Ванила никогда этого не знает. Да, выглядит неплохо. Я повторил свой комплимент. Мяу, Чикова так счастлива, что хозяин назвал ее милой, мяу. Подождите. Мяу, Чикова так счастлива, что хозяин назвал ее милой, мяу. Ванила ей тоже счастлива, да? Ну, разве что чуть-чуть. Мяу, ты краснеешь, буду тыкать тебя в щечку. Она начала оживлённо... Они начали оживлённо играть друг с другом. Видя то, насколько Чукова с Ванилой счастлива, я радовался тому, что устроил выходной. Хоть время было и не самое подходящее. Но у нас же столько работы. Может, нам не стоило сегодня закрываться? Мне кажется, хозяин в последнее время выглядит немного усталым. Это правда, в последнее время я немного вымотался, так что решил, что нам неплохо было бы развлечься. Развеяться, точнее. Ну и развлечься. Вам вообще не нужно ни о чем тревожиться. Просто развлекайтесь и ни о чем не беспокойтесь. Они посмотрели на меня с легкой тревогой, и я решил немного взъерошить им волосы. Мяу, хозяинчик, уже просил тебя не портить тебе прическу. Мяу, я же вылил туда половину баночки лака, теперь все пропало. Не все еще, блядь! О, мама, смотри, в этом парке есть собственные девочки-кошечки. Так мило. Извините, можно с ними сфотографироваться? О нет, эти Неки не работают в парке. Мне так жаль, простите мою дочь за невежество. Послушай, эти Неки не работают в парке. Да ничего, сфотографироваться там можно, мы не против. Давайте одним снимочек, все вместе. Да, но хозяин мне всю прическу испортил. Подождите, сейчас поправлю. Ты уверена? Но ведь мать и ребенка колеблись, посмотрела на меня. Я не против, они ведь сами сказали, что не возражают. А, кстати, фон хороший. Она звала нас милыми, так что мы не против сфотографироваться с ней. А, еще одно фото для Сьюгара в качестве сувенира. Хозяин, сними нас на мобильный. Вот значит как. Можете сделать фото и для нас. Хорошо, без проблем. Ура, спасибо, девочки-кошечки. Эй, мам, дай мне телефон, сейчас наделаю кучу фоток. Селфи, что ли? Ну же, если вы не подойдете ближе, вас не будет в кадре. Ближе, ближе. Я тоже приобниму. Нека сильнее, чем кажется на первый взгляд. О, отлично, миленькая Чукова сейчас вас щелкнет. Так скажите, сыр. А, она фоткает сыр.
теперь я буду делать фото. Супер папарацци, снимающие очередями. Понеслось. Вот это поворот, меня ужалил вообще лобафора. Кстати, прикольный фон, очень красивый. Для меня Чукова и Ванила все еще как дети. Но думаю, даже Нека могут иметь материнские инстинкты, как и обычные женщины. Видеть их играющими с ребенком согревало мне душу. Они были похожи на ее старших сестер. Сладкой как следует, хозяин. Надо, чтобы этот день запомнился навсегда. Вот-вот, такой денек нельзя забывать. Ну давай. Да-да, скажите сыр. Эй, не халтурь! Надо фотографировать с любовью. Такая безлаберность, это не круто, это супер не круто. Говорят, что нельзя сделать хорошую фотографию, пока не прочувствуешь объект фотосъемки. Пробуй еще. Улыбочку, улыбочку. Ну, хозяин, больше любви, Чукова хочет, чтобы ты вложил больше любви. Хозяин совсем не понимает женских чувств. Ну, ужасно разочарован. Они состроили такие милые мордашки, что я решил подразнить их еще немного. Как же прекрасен был этот миг. А можно мне вот так вот сейчас сделать? А? Вот такой, во-во, такая на превьюшку пойдет фото. Должно быть, я находился в очень хорошем настроении, если подумал об этом. Девочки, кошечки так мило надулись от обиды. Не смей фотографировать из нас в таком состоянии. Какая неосторожность. Это, между прочим, нарушение личных прав Нека. Мяу. Такие милые, не переживайте. Давайте же скажите сыр. Чукова сказала же, не сейчас. Суператака Нека улыбашки. Она вот так мило, посмотрите сюда. Я думаю, на этом простите, что мы прервали ваше свидание. Огромное вам спасибо. Счастливого дня. Увидимся, девочки и кошечки. Спасибо. Она еще не знает, что я с ними вытворял. Мяу. Было весело. Присутствовали кое-какие издевательства со стороны одной личности, но все закончилось хорошо. Все такие маленькие дети, это просто прелесть. Даже Нека не могут устоять перед детской невинностью. Все-таки это действительно похоже на свидание. Я подумал об этом снова, отправляя фото на номер Сигуна. Конечно, и сомневаться не стоит, что это было свидание. Хотя нет, нехорошо получается. Если бы я так и сказал... Не знаю, как остальные воспримут это, даже смущает. Я понимаю, что думать о том, как все прекрасно, мне довольно несвойственно. Мяу-мяу, хозяин, хватит там стоять с улыбкой от уха до уха. Сходим еще раз, еще. Что, я улыбаюсь? Улыбаюсь шире некуда, как клон из Макдональдса. Вот тут даже упоминание есть прям. Улыбаешься шире некуда, как клон из Макдональдса. Как-то пошловато смотрится. Я даже вот, не, вот так вот сделаю. Вот, превьюшка. Ничего подобного. Не нужно так сильно краснеть. Мы уже знаем, какой наш хозяин извращенец. Вы, между прочим, сами извращенки хоть куда. Есть такой, не спорим, мел. Ничего не поделаешь, говорит, питомцы похожи на своих хозяев. Блять. С довольными улыбками на бардашках они прижались к моим рукам. Я бы не сумел вырваться, даже если бы попытался. Нека с возрастом так сильно меняется. Мне трудно было сохранить невозмутимое лицо при этой мысли. Особенно сложно это было, если я хоть на секунду позволяю себе расслабиться. Это даже хорошо, что мы похожи, может, займемся чем-нибудь поспокойнее? Еще ведь даже не полдень, времени еще полно. Сегодня у тебя не получится оправдаться усталости. У вас тоже. Я же специально для вас выходной устрою. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мяу, хозяин так уверен в себе. Блин, я просто, если честно, устал уже читать и играть. Хозяин так уверен в себе.
И хозяин такой напористый, мяу, вперед! Мое настроение было таким же прекрасным, как и у них. Мы продолжили поход по парку, крепко держась за руки друг с другом. Ух ты! Блять, это еще не все, что ли? Да ладно. Когда конец будет? Ого, этот океанариум такой большой, огромный просто. Блять, я думал, это все уже. Ну ладно. Ого, этот океанариум такой большой, огромный просто. Невероятно, подводные тоннели. Рыбки плавают прямо над головой. Ванила, смотри, вон там. Белый дельфин, там белый дельфин. Ого, весь белый, прямо как будто обгорел до белого пепла. Прямо как моя заколочка, супер мила. Похож на мягкую игрушку, чукола великолепно. Смотрите, куда идете, а то спотыкнетесь еще. Акулы, здесь китовая акула. Какая огромная, преследует целую стаю рыб. Эта акула просто здоровенная, впервые вижу такое огромное существо. А те, которые прилепились к его пузу, наверное, его друзья. Но игрушки, которые мне подарил хозяин, нет никаких друзей. Они продолжали разглядывать рыб, пропустив мое предупреждение мимо ушей. Лучи солнца, пробиваясь сквозь толщу воды, сели прямо над головой. Укрывая все, на что попадали. Укрывая все, на что они попадали, мистическим блеском. Кстати, прекрасно написано. Называлось это чудо прогулкой по морю. И оно, стоит признать, так и было. Чувствовалось, будто мы идем прямо сквозь морские глубины. Хозяин, как это рыбка называется? Так, на табличке написано хромис зеленый. Не знаю такого, если честно. Зеленый хромис, это зеленый хромис, ванила. Зеленый слоник. Зеленый хромис запомнил прекрасно. Вообще-то, тебе это не обязательно запоминать. Подумал я с улыбкой, глядя на двух перевозбужденных Нека. Чикола впервые попала в парк развлечений в океанариум. Так весело. Очень, но просто нереально весело, хозяин. Мне тоже довольно весело. Может, со стороны не скажешь, но Нека очень игривы. Хозяин все утро стремительно растет в моих глазах. Я очень впечатлена. Да, это все потому, что вы упорно трудились и заработали собственные колокольчики. Умнички. Да, Чикола рада, что трудилась, не попадая рук. Теперь можем работать в магазине. Ходить моя прогулка самостоятельно, колокольчики, это круто, супер круто. Словно отвечая взаимностью, золотой сервисты колокольчики радостно звякнули. Кто знал, что они будут так счастливы? Надо было привести их сюда раньше. Конечно, не лучшее время, учитывая забыл в магазине. Но лучших вариантов я не видел. Ого, хозяин Ванил, посмотрите, тунец, там тунец, его и косяк тунцов проплывает. Огромный, такая глубина, такая скорость. Да, зрелище что надо. Мне тоже стоит позаботиться о них как следует. Нет, скорее, я хочу заботиться о них. Я почувствую это очень явно. Они такие энергичные, свежие и вкусные. Стоп, что? Они такие энергичные, свежие и вкусные, пускай слюни. Так много жизни в мелких танцов, у меня сумки текут слюни, заливать все вокруг слюни. Вот только не нужно этих кошачьих штучек, ладно? В конце концов, кошачья природа дает о себе знать. Смирившись с этой мыслью, я вытер им рты салфетки. Мяу, Чикола, здорово повеселилась, мяу. Ходить и гулять, будто на свидание, было здорово. Океанариум был вообще невероятен. Мне же захотелось бороздить моря. Скоро еще расходим. Хотя бы, чтобы ты всякие глупости не придумывала. Как попадил по щечкам замечтавшуюся Ванилу. Ты же пошутил, правда? Да? Хозяин, можно мне отойти в уборную на минуточку? А, мне тоже схожу. Хорошо, тогда я подожду вас тут. Зачем же странно? Ладненько, уж будь добр. Спасибо, хозяин. Ага, не спешите. Я взял их вещи, проводил их взглядом.
кажется, в туалет и кажется, в туалет стоит очередь. Интересно, смогут ли они подождать на скамейке? Я гляделся в поисках скамьи. Сотрудница, вам нравятся мягкие игрушки? Она держала несколько воздушных шариков с символикой Пахка. Логотип Пахка был даже на ее форме на одежде, да? Просто у вас белый дельфин и китовая акула, вот я и подумала. Она указала на плюшевые игрушки ванилую чехол, которую держала в руках. А, это не мое, это игрушки моих Нека. Вот простите, я просто предположила. Ну, значит, ваши Нека любят мягкие игрушки? Простите, я не подумала. Она мило улыбнулась и слегка склонила голову. Наверняка они очень милые, вы с ними состоите в отношениях? А, ну они почти как... любовницы. Ну, типа там... так ведь? Не стоит так смущаться, ну, для меня это в новинку. Я поеживался, она видит меня насквозь. Возможно, стоило бы быть более открытым. Но прекратить стесняться этого ночами напролет, для меня это испытание. Конечно. Они просто обожают вас, у них даже есть колокольчики. Вы просто замечательный хозяин или замечательный любовник, это подзавивай. Было бы неплохо. Окажись, это правдой. Правильно будет сказать, что они чудесные Нейка. Все хорошо, не стоит так переживать. Вам стоит быть увереннее в себе, в конце концов они в вас нуждаются. На самом деле, у меня тоже есть Нейка, только она меня совсем не слушает. Она склоняла голову с тревожной улыбкой. Этой улыбки было достаточно, чтобы я понял, как ей дорога ее любимица. Мне показалось, что вы поймете меня, вот я и решил с вами поговорить. Я обычно выдаю только по одному. Вот вам больше, как подарок. Придайте их вашим Нека. Я взял шарики, которые она мне протянула. Большое спасибо. Им наверняка понравится. Да, пожалуй, счастливьте их. Но я, пожалуй, пойду. Не знаю, что-то скучно уже стало. Типа уже хочется финала. Хм, они ведь действительно мои любовницы? Я снова произнес эти слова. На этот раз я даже немного удивился. Пожалуй, действительно, стоит быть с собой честнее. Тогда я смогу отвечать в таких ситуациях без какого-либо стеснения. Это, вероятно, одна из тех вещей, которые Сигура имеет в виду, когда говорит, что должен гордиться всем сердцем. Ну, себя мне точно не изменить. Да? Опа. Стоило нам немного отойти в уборную. Он уже заигрывается с другими бабами. Я слышала, что мужчины щите изменщики просто отвратительно. Да-да, попизди меня тут, блядь. Хранила сердце Чукова разбито в дребезги. Без тобой Чукова. Не плачь. Ну-ну. Как только вернемся домой, сразу насуем хозяину в трусы васаби острого соуса. Блядь. Но Чукова очень расстроится, если дружочек хозяина больше не встанет после этого. Мы должны показать ему, что изменять своим Нека чревато последствиями. Я видел что-то по телевизору про это, что нельзя быть размазнёй. Блин. Я не думаю, что Чукова способна на подобное. Чукова свободна от природы, разве нет? Ох, иногда от вас просто голова гудит. Разве такое из простого недопонимания дошло до того, чтобы превратить мои трусы в мешок со специями, блядь. Планила богато на ужасающие улыбки. Лучше исправить это до непонимания. В моем голосе явно чувствуется раздражение. Я направился к Чуколе, который по-прежнему плакал, уронив лицо в ладошки. Да все, наверное же. Не, воздушные шарики, смотри, акула, на нем китовая акула. Блять, я устал, честно. Не, я устал, ладно. Все. Это уже в следующей серии, все, хватит. Ладно, до следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами был Никита Сумаракайта. И я думал, уже конец будет, но нет, еще не конец. Я правда сильно устал играть, так что. Ладно, всего вам хорошего. Пока.
Напишите, как вы вообще относитесь к Некопали вообще этой игре? И вообще, собственно, как вам вообще эта новелла? Вот смотрите вы в первый раз, допустим, наткнулись, смотрите, смотрите, и вообще, как она вам? Как по мне, я не знаю. Это не мой формат, я допройду и, наверное, дальше не буду играть. Это не мое, что-то не заходит. Ну ладно, еще узнаю, что в конце, когда буду играть дальше. Так что ладно, удачи, пока. А вот бы и мне такой тоже.